Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Супер Тойс. Сегодня у нас долгожданный третий выпуск наших замечательных монстров, которые прилетели к нам на метеоритов, Крэшлингс. Это замечательные фигурки, как трэш-монстрики. У нас уже на канале было два обзора по большому количеству крэшлингов, и наконец-то третий. Давайте же скорее начинать. Если вы не смотрели эти выпуски, обязательно посмотрите, там было много классных фигурок. А мы начинаем третий выпуск. Поехали! Так, давайте же сегодня начнем с синего метеорита. Вот с такого даже он более голубенького цвета. Как мы помним, по тем выпускам это у нас обитатели, водные, крэшлинги. Давайте начинать его и смотреть. Так, открываем первый наш сюрпризик, можно так даже сказать. Аж чем они не сюрпризы? Они их не видно. Это здоровские сюрпризы. Всегда интересно, что же попадется. И нам сразу попадается новая фигурка, которой у нас нет. Посмотрите, какая она красивая и здоровская. Круто. Классно. Давайте сразу ее посмотрим поближе. Да, фигурка действительно очень классная. Такая акула какая-то одноглазая, настоящий пришелец. Какая-то рыбка у нее вот здесь вот набита, татуировка, наверное. Давайте посмотрим, где у нас находится эта акула. Акула у нас под номером 122. И зовут ее Space Shark, космическая акула. Класс. Итак, новая фигурка в нашей коллекции пополнилась. Для тех, кто смотрел выпуски моей прошлой, молодцы, и знают, как работают вот эти метеориты, в чем их фишка. Давайте быстренько покажем тем, кто не смотрел, может, первый выпуск только смотрит этот. Смотрите, в чем фишка. Вот этот метеорит, Крэшлингс, он умеет вот так вот прыгать. Если его вот так вот поставить, отпустить, и он подлетает до 3-4 метров. Вот у меня потолок 2,20, и он просто в потолок стреляет и улетает обратно. Классно. Также можно запускать с него фигурки и соревноваться с друзьями, у кого она больше и дальше подпрыгнет. Это просто классно, мне сюрпризы эти нравятся. Итак, первая фигурка на сегодняшнем выпуске у нас неповторная, это здорово. А мы продолжаем, и следующий метеоритик у нас зеленого цвета, и посмотрим, какой же пришелец из сели Алинс к нам прилетел захватывать нашу планету. Как мы помним же, все метеоритики это... пришельцы, которые летят на другие планеты, расселяться или захватить, мы точно не знаем. Давайте посмотрим. Вот пришелец так пришелец. Посмотрите, он одноглазый. Как у него рот с одним клыком. Такие шипы у него костяные, они сзади все волосатые. Он настоящий пришелец. Классный такой оранжевый с желтыми клыками. Так, фигурочка мне очень понравилась, у меня такой нет в коллекции. И называют ее под номером 82 она числится, и зовут ее Solar Scum. Вот она, отмечаем его и ставим в нашу коллекцию. Кто забыл, эта серия с зелеными метеоритиками называется Alien, пришельцы. Ставим замечательную нашу фигурку в нашу коллекцию. Пока что нам везет, ни одного повтора нет. У нас еще много метеоритиков, давайте же открывать сегодня серенький. И смотреть, кто нам попадется здесь. Как мы помним, в серых метеоритах у нас идет серия космических динозавров-пришельцев. Они тоже все классные и очень здоровские. Давайте их смотреть. Ух ты! Смотрите, нам какой попался динозаврик серебристый. Настоящий динозавр космический в таком костюме, наверное, серебристом. Либо он замаскировался, чтобы его не видно было под звездочку. И когда летит, как будто звезда падает. Фигурка замечательная, мне понравилась. Зовут ее Gravity Rex. Вот он под 18 номером у нас. Класс, отмечаем его и ставим в нашу замечательную коллекцию. Gravity Rex хулиганит. А мы продолжаем. Сегодня мы еще не открывали красный Крэшлингс. Вот так он выглядит. И как мы помним, здесь должны быть космические насекомые-захватчики. Давайте смотреть, кто решил нас сегодня захватить, нашу планету. По-моему,
У нас такая лягушечка уже была, да, в том выпуске. Ставим фигурку в нашу коллекцию, потому что мы ее рассматривали и отмечали в прошлом выпуске, в первом либо втором, точно не помню. Если интересно, смотрите обязательно. Продолжаем и открываем черный Крэшлингс. В черном Крэшлингске идут монстры. Давайте смотреть, какой монстр нам сегодня попался, космический захватчик. Вот монстры-то точно такие жуткие, которые хотят захватить мир. Хотя динозаврики у нас и вот такие Sea Waters, может, и не хотят нас захватить, хотят с нами дружить. Так, и нам попалась новая фигурка. Класс, она в таком золотистом металлическом цвете. Не знаю, маскировочный он или нет, или просто такие игрушки, чтобы были в таком цвете. Давайте посмотрим. Тоже фигурка прикольная из серии Монстры Крэшлингс, пришельцы, монстры метеоритные. Это фигурка под номером 110, Бигфут Диппер его называют. Давайте его отметим. Мы его отметили, ставим нашу фигурочку замечательную в нашу коллекцию и продолжаем. Давайте, не знаю, какой-нибудь зелененький опять откроем и посмотрим, что из инопланетные монстры сегодня хотят нас захватить. Из серии Aliens. Вот так вот. Вы, кстати, напишите мне вам, какая серия это больше всего нравится. Мне тоже это интересно. Так. И это снова вот такой монстрик. Это два брата-акробата. Мы его уже рассматривали, рассматривать не будем. И отмечать, соответственно, потому что мы уже отметили. Но они со прикольные. Почему не могут быть близнецы? Они же похожи, пришельцы друг на дружку. Это классно. А мы продолжаем открывать. Так, давайте откроем серый Дино-серию и посмотрим, какой пришелец-динозавр сегодня нам еще попадется из метеорита. И это нам попалось. Какой динозаврик? По-моему, у меня в каком-то выпуске был. Да, напишите мне, кстати, если у меня такой был. По-моему, был, точно был. Ставим его в нашу коллекцию и не теряем времени. Открываем следующий. Ну, кто не смотрел те выпуски, я думаю, им тоже интересно посмотреть этих динозавриков. Но я точно помню, что мы его отмечали в серии динозавриков, да. Вон у меня листочки, все есть. А мы продолжаем и открываем синий метеоритик, такой голубой. Из морской жизни. Открываем и смотрим, кто здесь нам попадется. Так, и это опять акулка. Что-то сегодня прям повторно нас одолевают, ребят. Ставим ее в нашу коллекцию, потому что смотреть мы ее, соответственно, уже не будем. Потому что у нас такая вот уже фигурка сегодня попалась. Так, и продолжаем. Так, каких у нас больше всего черных осталось метеоров с монстрами? Давайте посмотрим. Ну, как бы удивляться-то особо не стоит, потому что я покупал с одного места из одной коробки. Что было, все и купил. Соответственно, это была одна партия и, возможно, даже повторы. Хотя, как мы помним, кто не смотрел, в коллекции 150 монстриков всяких космических крэшлингов должно быть. Так, смотрим, кто здесь нам в черном попадется. Ух ты! Ничего себе, это новая фигурка. Даже не знаю, как это ведьма, бабьяга, что ли какая-то. Ведьма, 100%. Посмотрите на нее, какая она злобная. С метлой, с своей шляпой такой колдовской. Прям настоящая ведьма. Давайте ее посмотрим поближе. Очень классная ведьмочка в моей коллекции пополнилась. Она идет под номером 119. Давайте ее отметим. И называется она Spell Shooter. Класс. У меня новая фигурочка появилась. Я ей очень доволен. А мы продолжаем. И у нас еще остались красные метеоритики. В красных метеоритах у нас идут насекомые пришельцы. Открываем его и смотрим, что же нам здесь-то попадется. Так. И это такая вот улитка-монстр. По-моему, она у меня тоже была уже в каком-то там выпуске, втором или в первом, точно не помню. Мы ее тоже рассматривать не будем. Если захотите, заходите, посмотрите. Там обязательно есть на нее накрутилочки, можно посмотреть поближе. И отмечать, соответственно, мы тоже не будем, потому что она у нас есть. А у нас осталось еще 4 крэшлинга.
Мне их сегодня много, даже штук, наверное, 14, а может и больше, не помню точно. Открываем серый метеоритик с динозаврами. Смотрим, кто нам попадется сегодня здесь. Ух ты, это новая фигурка, это какой-то птеродактиль прям, посмотрите, точно, это птеродактиль. Давайте его посмотрим поближе. Очень тоже прикольная фигурка, их три разновидности в коллекции идут. И нам попалась под номером 13 фигурка. Называется она Jurassic Jet. Птеродактилик наш. Так, откладываем вкладыш, ставим нашего птеродактилика к нам на платформочку его. И открываем следующий. Из серии пришельцы. Так, и как мы видим, у нас еще крэшлинги есть. Сегодня прям много крэшлингов, как обычно. И нам попадается, по-моему, тоже такой у меня есть уже персонаж. Можете посмотреть в прошлых выпусках на него, на крутилочке, как мы его отмечали. Сейчас мы смотреть его уже не будем, потому что он нам уже попадался. Ставим его к нам в коллекцию. Повторчиков. Ну, как я вам говорил, в одной коробке могут они попадаться. А мы продолжаем. И следующий наш крэшлинг с метеорит красного цвета из серии «Насекомые». Так, убираем лишние упаковки. Смотрим, кто нам здесь попался. Здорово, вот это настоящий прям захватчик насекомый с каким-то бластером. Муха какая-то, пчел, муха-пчел какой-то с каким-то бластером. Класс, такой цвет прикольный. Давайте посмотрим поближе. Классная фигурка, я ей доволен. Называется она Бластер Би. Бластерная пчела. Класс. Ставим ее в нашу замечательную коллекцию. И круто, у меня новая фигурка, я очень рад. И у нас остался на сегодня еще один крэшлинг в черном цвете, серии монстров. Давайте посмотрим, кто нам попадется здесь. Так, и нам попалась новая фигурка. Это очень здорово, что мы заканчиваем выпуск новой фигуркой. Это такой миленький вампирчик какой-то прям, посмотрите, Дракулинчик будут его звать. Давайте посмотрим его поближе. Очень классная, миленькая фигурка. Хоть он и вампир, но миленький. Вот смешно, ребят, представляете, я угадал даже, как его зовут. Он под номером 96 идет, и зовут его Дракулаунч. Дракулинчик будет. Очень здорово, давайте поставим его на нашу платформу и подводить будем итоги. То, ребята, мы сегодня вместе с вами открыли 14 сюрпризов Крэшлингс. Нам попались вот такие замечательнейшие фигурки для моей коллекции. Надеюсь, вам видео понравилось. Все эти замечательные фигурки также очень миленькие, позитивненькие и очень игровые. Ставьте пальцы вверх обязательно, подписывайтесь, не подписались, и зовите друзей на канал. Внизу есть под видео поделиться, обязательно нажимайте, делитесь видео в соцсетях, это обязательно поможет каналу. И будет еще больше видео. Надеюсь, вам видео понравилось, желаю вам хорошего настроения, увидимся на моем канале в интернете. Всем пока!